наши уважаемые телезрители, а также все те, кто смотрит нас через социальные сети. Это предновогодний выпуск проекта «Энергия удачи». В нашей студии сегодня часть участников, которые приняли свое участие в проекте в 2020 году. Скорее бы он закончился и наступил Новый год, который, надеемся, порадует нас хорошими новостями. Ну а сегодня вместе со мной эту программу предновогоднюю, сказочную, проведет очаровательная девушка, на Снегурочку похоже. Валерия, менеджер торгового дома «Энергия». Валерия, как настроение чувствуется? Да, конечно. Ну а в нашей студии, как вы знаете, по правилам еще одна тройка участников. Ну и, конечно же, 27 декабря в уходящем 2020 мы узнаем, кто станет финалистом декабрьских игр проекта «Энергия удачи». А пока с наступающим! Это предновогодний выпуск проекта «Энергия удачи». И сегодня наш третий эфир в уходящем 2020 году. Я имею в виду декабрь месяц. Валерия, что ты ждешь от Нового года? Скажи. Что я жду от Нового года? Чего-нибудь новенького? Хорошего, позитивного. Новый телефон, новое платье, нет? Нет, нет. Это должно быть что-то более позитивное, которое вот прям душу... Радовать? Да. Это здорово. Ну а мы приветствуем в нашей студии тройку участников сегодняшнего эфира 20 декабря 2020 года. Добрый вечер! Главное, наши участники так громко аплодируют. Давайте знакомиться с вами. Расскажите о себе. Чего ждете от Нового года? Верите ли в Деда Мороза? Меня зовут Дильназ. Я учусь на пианистку, а также увлекаюсь танцами. В этом новом году я хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и успеха. Здорово, Дильназ. А вы верите в Деда Мороза? Ну вот честно. Конечно, верю. Да? А какой подарок хотели бы? Чтобы под елочкой оказался. Смотрите, сколько у нас подарков. Это улыбчивые такие девушки и парни сегодня в студии. На самом деле я бы хотела под елкой найти телефон. Да, даже так. Ну что ж, наша вторая участница, переходим к вам. Как вы сегодня все красиво выглядите? Здравствуйте, я Айгерим. Я ученица 8 класса Назарбаев интеллектуальной школы. В свободное время я люблю танцевать и весело проводить время с друзьями и с семьей. А вот без вопроса про Деда Мороза вас тоже не оставим. Вы верите в него? Если честно, нет. Ну что? Ну а подарок-то хотите? Хотела. Ну, Дед Мороз-то, значит, придет в любом случае. Какой подарок? Не знаю еще. Не думали? Нет. Ну, не телефон. А, что же вот так? Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Аружан, мне 14 лет. В свободное время я люблю танцевать, петь, а также фотографировать. А верите в Дедушку Мороз? Нет. Не верите? Ну, видимо, взрослые такие все стали, а? Но у вас скоро каникулы, уже буквально через дня 4, может, дней 5. Вы будете отдыхать, наслаждаться зимними видами спорта. Кстати, спорт любите? Да. А вот первая наша Дильназ, участница, махнула головой и говорит, что не особо. Девчонки, ну, во-первых, мы вас все поздравляем, потому что сегодня вы тройка декабрьской игры проекта «Энергия удачи». И сегодня кто-то один из вас выйдет в финал. Финал у нас будет в новогоднем выпуске, по традиции, с серпантином, с бенгальскими огнями, где мы определим из тройки декабря одного лидера. Каждый месяц в ноябре, в сентябре мы отбирали. И, соответственно, сильные участники получали двойной денежный подарок. Вот сегодня у вас как раз-таки есть возможность еще заработать на подарок своим родным и близким, благодаря торговому дому «Энергия» и нашему проекту «Энергия удачи». У нас есть 4 раунда и одна суперигра. В суперигре только один участник имеет право принимать свое участие без какого-либо согласия. Все. Вы сегодня в проекте, и мы желаем вам всем удачи! Удачи! Мы сегодняшний выпуск программы связали обязательно с предстоящим праздником, с наступающим Новым годом. И узнаем, какая тема будет в первом раунде. Внимание! В мире животных, кстати, 2021 год.
Кто у нас? Год кого? Быка. Год быка. Да пусть бычок нам принесет только удачи. Итак, вопросы первого раунда. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Нужно нажимать на кнопку и правильно отвечать. Поехали. Итак, в мире животных. Какую птицу называют лесным доктором? Дятел. Верно, дятел. Есть такое животное, которое во время сна находится лапками вверх, а его голова смотрит вниз. Что это? Летучая мышь. Совершенно верно, летучая мышь. Как называется группа коней? Табун. Да, чуть-чуть не хватило времени. У какого дикого зверя на лбу растет рог? Носорог. Носорог, верно. Какое мелкое животное считается самым колючим? Ежик, верно. Какое животное помогает Деду Морозу развозить подарки в новогоднюю ночь? Олень. Верно, олень. Какие люди называют в сказках мышку? Как люди называют мышку? Мышка? Нарушка. Нарушка, правильно, Ружан. Итак, какое животное почитают жители Индии? Слон. Нет, корова. Это животное очень хорошо себя чувствует в пустыне, при этом является королем золотых песков. Верблюд. Первая была у нас Айгерим. Это действительно верблюд. Животное, которое способно одновременно проживать на суше и в водоеме. Как их называют? Черепаха. Ну да, они относятся, но это вид земноводных. Девчонки, аплодисменты вам. Итак, наш первый раунд завершен, и мы подводим его итоги. В первом раунде, Валерия, помогайте мне, у нас в лидерах. У нас два лидера, да. Такое бывает. Ну, давайте поздравим Аружана, она у нас на третьем месте. А на втором и первом, как это называть, у нас два лидера, это Дильнас и Айгерим. Аружан, у вас есть еще возможность подтянуться. Бывали такие случаи, что и на четвертом раунде у нас участники догоняли. Да, ребята, кто-то из вас был у нас в студии. Это здорово. Ну что ж, а мы продолжаем и переходим ко второму раунду. Тема мультфильмов. Что может быть в новую новогоднюю ночь интереснее? У вас есть любимые мультфильмы, кстати? Да, да, здорово. А у вас, девчонки? Да. Какой? Король Лев. Король Лев у вас. Айгерим? Я не думала. А у вас, Валерия? Тайна Коко. О, я даже такого тоже не знаю. Тайна Коко. Это иностранный. Интересно, посмотрите. Вот. Ну что ж, продолжаем. Итак, тема мультфильмов. Как зовут королеву снега? Анна, нет. Еще раз. Анна? Нет, не Анна. Вы не имеете права больше отвечать. Отвечает только Дильнас и Айгерим. Снежная королева. Итак, как звали мальчика, которого похитила снежная королева? Кай. Друг и советник Пиноккио. Сверчок. Назовите мультфильм с героем Зебра и Марти. Мадагаскар. Первая ответила Ружан. Мы вам засчитываем Мадагаскар. Назовите мультфильм с героем зеброй. Мы уже сказали. А вот мальчик-коротышка, проживающий в цветном городе и не желающий ничего знать. Незнайка. Правильно, Незнайка. Сколько месяцев сидела у новогоднего костра? Сколько месяцев сидела у новогоднего костра? 20? Нет, не 20. 12. 12 месяцев, верно. Сколько животных шло в Бремен, чтобы стать музыкантами? Ничего на свете лучше нету. 4. 4, верно. Сколько глаз у Бастинды? Я даже не знаю, кто такой Бастинда. Один, оказывается. Вы знаете, кто такая Бастинда? Нет. Один. Сколько козлят похитил волк? 7. Шесть, да. Шесть, ладно, засчитаем. В честь праздника, да, засчитываем, да. Сколько лет было дяде Федору, когда он научился читать? 4. Представляете? Сколько раз обращался старик с просьбами к золотой рыбке? 3. Нет. 3. Нет. Нет. 5. Все перепутали, да? Сколько золотых монет Карабас-Барабас дал Буратино? 5. Сколько мартышек составляет длину удава? 4. 5. Сколько лет спала спящая красавица? 100 лет. Сколько лет крокодилу Гене? 50, ребята мои. Аплодисменты.
Ну что, у нас есть результаты? Да, у нас на первом месте Айгерим. Айгерим у нас на первом месте. На втором Аружан. Аружан, вас поздравляем. Ну, Дильнас, молодец. Ничего страшного, у нас впереди третий раунд. Переходим к третьему раунду. Смотрим, какая тема нас ждет. Да, тут такие возгласы, да, девчонки. Ну что ж, математика, потому что все мы любим считать денежки. Как вы думаете, кто у нас будет в лидерах? Давайте. Точно не я. Почему, Аружан? Айгерим, как вы думаете? Возможно. Возможно, Дильнас? Ну, я еще не уверена. Не уверены. Давайте попробуем проверить знания по математике ваши. Итак, внимательно слушайте вопросы, потому что есть сложные. На новогоднюю елку повесили 20 шаров, а бантиков на 12 больше. Сколько бантиков повесили на елку? 36. 32. Нет, первая была, Айгерим, 32. Ой. Правильно. Тройка лошадей пробежала 30 километров. По сколько километров пробежала каждая лошадь? 30 километров. Правильно, Ружан. Когда мы смотрим на цифру 1, а говорим 5? Когда мы смотрим на цифру 1, а говорим 5? Когда мы смотрим на часы, говорим 5 минут. На празднике шоколадный рулет разрезали на 10 частей. Сколько разрезов потребовалось для этого? 9. Верно, 9. Что составляет вместе 12 месяцев? 1 год. Совершенно верно. Дед Мороз и Снегурочка нашли по одному подарку. Причем Дед Мороз сделал это раньше, чем Снегурочка, который по счету подарок нашел каждый из них. Дед Мороз. Правильно. А второй? Снегурочка. Снегурочка. Засчитываем. Какие два числа, если их перемножить, дают столько же, сколько получается при их сложении? А нет. А что нет? Вы нажали на кнопку. Все, значит, все. Два. На что умножать нужно? Два умножить на 2, 4. Два умножить на 4. Совершенно верно, молодец. Прибор для измерения углов называется? Транспортир. Транспортир, верно. Дальше. Где сумма углов больше, в квадрате или в ромбе? Равно. Совершенно верно, они равны. Ниф-ниф старше наф-нафа, а наф-наф нуф-нуфа. Кто моложе всех? Нуф-нуф. Верно, нуф-нуф. Третья степень числа называется? Куб. Верно. На ледяной каток пришло 45 мальчиков и 12 девочек. Сколько ребят пришло на каток? 57. Верно, 57. Дильнас первая была. У двух носорогов два рога. Сколько всего? У них. Четыре? Нет, два. Уста носорогов сколько? Сколько уста носорогов? Молодец, 100! Итак, это был третий раунд нашей сегодняшней игры. Валерия, вы у нас лучше всех считаете, сколько метров должна быть гирлянда, сколько метров должен быть кабель. Итак, давайте подведем итоги. Давайте. Есть варианты, как кто в лидере? Айгерим, вы за нее болеете, что ли, все? Нет? Ага, лояльно так ответили, да? Да. Ну, давайте не будем гадать. Итак, Валерия. Айгерим у нас лидирует. Лидирует. Пока вы набрали 8 правильных ответов. Да, 8 правильных ответов для третьего раунда. Это здорово, вау. На втором месте у нас Дильнас. Дильнас. Ну и на третьем. На третьем Оружанчик, ну не расстраивайтесь, такая жизнерадостная. Все сегодня участницы, вы, кстати, математику очень хорошо знаете. Будем иметь в виду вас в следующем году взять бухгалтером. Да. Итак, четвертый раунд. Есть предположение, какая будет у нас тема? Русский язык. Так, вариант ваш услышали, ваш. Не знаю даже. Не знаете? Давайте гадать не будем, узнаем. Четвертый раунд сегодня, 20 декабря. Новый год! Да! Через 11 дней уже мы попрощаемся с 2020 годом. Скорее бы он, еще раз повторюсь, закончился, да? Потому что все мы хотим нормально учиться, нормально отдыхать и быть здоровыми. И чего желаем нашим всем зрителям, неважно, где вы нас смотрите, через планшет, через мобильный телефон, либо по телевизору. Итак, девчонки, в предвкушении Нового года
мы отвечаем на вопросы. Поехали. Итак, в чем Дед Мороз хранит и носит подарки? В мешке. В мешке. Кто является помощником Деда Мороза? Снегурочка. Верно. Как в сказках называют Деда Мороза? Санта-Клаус. Нет, Морозка. А мы с вами живем в городе, а где можно приобрести новогоднюю красавицу, точнее елку? На базаре, правильно. Кто мы с вами, кого мы с вами лепим из снега? Снеговика. Кто был первый? Оружан. Хорошо. Как называется головной убор снеговика? Шлем, ой. Нет, не шлем. Как это? Ведро. Ведерко. Да. Дильнас ответила, да, ведерко. На чем ездит Дед Мороз? Сани. Нет, кто его? Олень. Нет, на тройке лошадей. Что делают взрослые дети вокруг елки? Взрослые дети? Взрослые дети что делают? Водят хоровод. Водят хоровод, правильно. Чем больше всего вы ждете новогоднюю ночь? Чего? Подарки. Подарков. Первая была оружан. Отлично. Самый любимый зимний праздник для детворы? Новый год. Оружан и Агирим одновременно ответили. Такое бывает. Весна наступает, она с крыши свисает. Кто это? Сосулька. Верно, Дильнас. Итак, как мы называем посох Деда Мороза? Волшебная? Палочка. Палочка, да, правильно, оружан. Назовите друзей Деда Мороза и Снегурочки. Снеговик и Снежная Баба. У нас его называют Дед Мороз, а как называют его в Америке? Санта-Клаус. Молодец, Айгерим. Ну что ж, и вот завершился так быстро четвертый раунд. Но обычно в четвертом раунде мы не говорим, кто в лидерах, потому что сейчас, через несколько секунд, мы узнаем еще одного финалиста третьей игры декабря проекта «Энергия удачи» уходящего 2020 года. Всем желаю вам здоровья, друзья, и с наступающим новым 2021 годом вас! Ну что ж, дорогие друзья, это проект «Энергия удачи». Сегодня 20 декабря. И наш предновогодний выпуск. За главный подарок у нас борются Дильнас, Айгерим и Ружан. Они все абсолютно из разных школ. Ну что ж, девчонки, сегодня мы вас поздравляем, потому что вы в нашем проекте. И по итогам игры, сегодняшний воскресный, у нас на третьем месте оружие. Вы хорошо себя проявили, и тем не менее из нашей студии вы уходите с денежным подарком. Вы получаете денежный приз в размере 5000 тенге. Мы вас поздравляем. На втором месте у нас Дильнас. Дильнас, вы не расстроились? Нет, ну, конечно же, 7000 тенге получить, понимаете, прийти в студию, насладиться предновогодним настроением. Ну и на первом месте у нас Айгерим. Вы знаете правила нашей игры? Сегодня мы не будем делать вам подарки, потому что вы сами эти подарки зарабатываете своим умом. Вы у нас лидер, вы можете сейчас проиграть. Денежный приз – это 10 тысяч тенге, либо выиграть его. Такова судьба финалиста. В одном из конвертов спрятан вопрос суперигры. Я отдаю их участникам, они должны их перемешать, и вы выбрать только один. Перемешивайте. Если вы правильно отвечаете на вопрос суперигры, вы попадаете автоматически в финал, который состоится у нас 27 декабря. Это будет новогодний выпуск, и вы сможете выиграть деньги сегодня, если правильно ответить. Если нет, то... Соответственно, вы потеряете и деньги, и не пойдете играть в следующую игру. То есть не будете в финале. Тогда, кто у нас был на втором месте, вместо вас будет рисковать также своим денежным подарком. Итак, пожалуйста, передавайте. Дильнас, перемешайте тоже. Так, переживаем, да, переживаем. Кто был на их месте, а? Все были на их месте? Нет. Так, передавайте три конверта. Выбирайте только один. Да, выбирайте только один. Айгерим. Выбрала. Выбрали? Вскрывайте его, открывайте, как вам удобно. Итак, вопрос суперигры. Прочитайте его. Что самая за... Самая близкая к земле звезда. Вот, это вы? Так, самая близкая к земле звезда. У вас есть одна минута подумать. Итак, время пошло, потому что вопрос финала и денег...
Представляете, заработаете своим... К земле. Да. Да. Да-да-да-да-да. Так. Самая близкая к земле звезда. Все, готово. Солнце. Подумайте хорошо. Подумайте хорошо. Хорошо, подумайте. Потому что сегодня у нас предновогодняя такая вот программа. Живая, интересная. Так. Да, и... солнце. Вы уверены? Как вы думаете, она победила или нет? Да. Или нет? А мне кажется, нет. Сейчас. Итак, у нас сегодня Герим борется за главный подарок Деда Мороза от торгового дома «Энергия». И сегодня, дорогие друзья, мы готовы объявить правильный ответ. Вы, к сожалению, неверно ответили на вопрос суперигры, который звучал следующим образом. Самая близкая к Земле звезда – это… Солнце! Это Солнце! Вы совершенно верно ответили. Соответственно, вы получаете денежный приз. Это 10 тысяч тенге. Девчонки, вы получаете также свои деньги от торгового дома «Энергия». Валерия, Снегурочка моя, встречаемся 27 декабря. Не забывайте включить нас в своем смартфоне в приложении «Любимый город» либо на сайте rktv.kz. Друзья, вам здоровья. Что бы ни было, готовимся на позитивной ноте к предстоящему году, к 2021. Мы с вами прощаемся ровно на 7 дней. Спасибо вам. Ура! С наступающим праздником, дорогие наши! В 19:20 не забудьте, увидимся, будем веселиться.